Вышли в поле кровушку охотничью погонять. Ну, получилось. Зайца выгнал. Как говорится, было бы ружье, да другая ситуация. Заяц был бы мой, потому что выгнал прямо на меня. То есть он бегал, сразу учуял такой, короче. Раз, ну, думаю, ну пусть побегает, там скошенное поле. Вот. Что-то бегает, смотрю, так прям с таким азартом, значит, неспроста, и точно. Бежит что-то темное на меня, думаю, чикота, бывает, коты забредают. Нет, прям в мою сторону, думаю, ну кот точно, а, точно кот. Нет, кот, заяц меня увидел, короче, уже потом, что прыгать начал, вижу, что заяц. И такой посмотрел на меня, полсекунды разворачивается вокруг меня, оббежал, я стою, не дергаюсь, чего пугать. И, короче, прибежал сюда, сейчас щемит по его следам, ну, удачи, короче. Заяц, наверное, уже на другой стороне там села. Вот что бывает, когда вечером возле берега, мы сейчас возле ставка, проходил лис. Только что это вообще-то я уже успокоился, а то капец, о, опять. Аж душится. Шлейка крепкая. А, нет, это мелкая птичка. Ну, чувствуется, что он так себя ведет, когда лис. Я тут лисы бываю. И тут такой подсвечивает. А это у нас, скорее всего, ну, светлячок, понимаете, мигает так. Чик. А, там ползает. Чик. Вот такой мерзкий на вид хрубак, блин. А подсвечивает, далеко видно. Ладно, упал так упал.